Давай, так, как и в Салавенде. За 15 лет я собрал 35 тысяч ацыков и попал в Книгу рекордов Гиннесса. И я очень рад, что у меня единственная такая большая коллекция. Изначально я собирал ацыки в Дорбе, но их становилось все больше, и дальше я стал их хранить в сундуках. А сейчас храним коллекцию ацыков в музее. Я не буду останавливаться на достигнутом. Может быть, в будущем будет коллекция из 100 тысяч асыков. Насчет продажи коллекции предложений не поступало. Да и продавать я не собираюсь. Это как-никак наше национальное достоинство. Тылымызды? Орна, мынау жиболды бұлымен болды.